символ мужчины и символ женщины. На данном символе мужчины и женщины – это фигура плюс. То есть любые две фигуры, которые обожают друг друга или стоят рядом друг с другом, являются фигурами, которые что-либо умножают. Если такую фигуру поставить в сейф, то это будет умножать деньги. Но в случае, если поставить рядом с больным человеком, то это будет умножать его болезни. Если рядом с гулящим человеком, то это будет умножать у него желания. Если поставить рядом с чем-то, что вы хотите приумножить, то эти фигуры будут у вас приумножать. Также, если поставить у изголовья своей кровати, то это поможет вам в вашей жизни привлечь любимого человека и прожить с этим человеком всю свою сознательную жизнь. На этой скульптуре изображен с правой стороны Шива, а с левой стороны его жена Правати. Шива держит палец указательный вверх, вокруг которого начинает раскручиваться Вселенная. Это обозначает, что каждые мысли человека материальны, и он сам может создать свою жизнь. В левой руке он держит символ проявления себя, символ харизматичности, это символ ракушки. Символ ракушки используется в случае, если человек хочет стать очень знаменитым, очень великим или очень богатым человеком. Правати при этом держит с левой и с правой стороны цветы лотоса, которые обозначают невинность, чистоплотность, а также плодовитость, плодородие и колоссальное сознание и ум. Таким образом, если эти внизу Шива держит булаву, и сверху у него изображение полумесяца с лингамом, которые обозначают, что этот человек сам является человеком, который программирует все вокруг себя, является тем существом, который свою жизнь может запрограммировать или в своей жизни может всего достичь. Булава, которая держит Шива, которая направлена в землю, обозначает потенцию, харизматичность и желание. Таким образом, если данный символ держать на работе, то будет увеличиваться желание у человека зарабатывать деньги, успешность будет появляться. Рекомендую использовать данный символ, поставив его на подоконнике, тем, у кого нет на сегодняшний день любимого мужчины или любимой женщины. Данный символ очень красивый. Рекомендую данный символ использовать, возжигать возле него иногда или периодически ароматическую палочку, желательно всего красного цвета, с запахом розы или с запахом пачули, можно чабреца.